Здравствуйте, с вами Кошки ТВ и я Никитенко Сергей. Сегодня мы находимся в поселке Сергиевск на стадионе «Олимпиец», где состоится матч между командой Кошек и командой Сергиевска. Мяч разыгрывает команда Сергиевска. Дан свисток, матч начался. Ух ты! Молодцы! Мимо не попал. Сужай, 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 не надо. И снова мимо. Третья атака команды Сергиевска завершилась неудачей. Но атака еще не закончилась. Орел, Павел. Хорошо, хорошо, хорошо. Наш хоть поворот попадает. И снова мимо. Коленом в спину. Рядом разыграйте, рядом разыграйте. Не послушал тренера. Сердце центральную зону. Пошел Паша! Блин. И снова мимо ворот. Поворачивай.
еще один момент. И он его забил. 1-0. Кошки Сергиевск. Счет 1-0. В нашу пользу. Сам упал. Молодец. Молодец. Паш, здесь. Кошки Сергиевск. Второй тайм. Счет 1-0 в пользу команды кошек. Дан свисток. Второй тайм начался. Поймал толстый. Ставь корпус! Что ты урод такой? Саня, займи центральную зону, Сань! Одиннадцатиметровый.
толстый молодец. Аплодисменты Толстому! Класс! Вообще супер просто! Так и не удается попасть ни разу поворотом команде Сергиевска сегодня. Блин! Перехвалил. Завершился матч между командой Кошки и командой Сергиевск за счетом 2-1 в пользу команды Сергиевск. С вами был Кошки ТВ и Никитенко Сергей. Всего доброго, до свидания.